У нас скоро с Серегой первая годовщина свадьбы. В общем, я заказала 4 модели платьев, и мне даже будет интересно посмотреть ожидания и реальность. Я для вас засниму тоже ролик, покажу, как это выглядит на фотографиях, как это выглядит на мне. И вот, собственно, первое платье. Это фирма Virna. Вот такое вот бежевое. Принт у них называется тропический, на тоненьких бретельках. Сейчас я вам покажу. Вот так здесь выглядит. Очень аккуратно здесь сделан вырез. Здесь оно сделано на резиночке, присобранная юбочка, и отдельно идет пояс. Ткань такая, как атласная, очень тонкая, летящая. Я подобрала к нему вот такие вот бежевые босоножки лаковые, прям в тон, чтобы было. И вот так это выглядит. По-моему, очень красиво и мило выглядит. Такая прям летящая юбочка. Длина миди. Качество очень классное, нитки ничего не торчат, аккуратно все сделано, действительно. И второе платье, это тоже Virna, такое более, скажем, взрослое, более официальное. Ткань очень плотная, такая как почти джинс, да, оно тянется. Я сюда туфельки решила даже надеть, чтобы было прям все как будто официально. Здесь вот такой вот вырез квадратный и объемные такие рукавчики. Единственное, мне оно велико в талии. Как видите, здесь оно свободно у меня. Плюс ткань очень плотная, ну как бы летом точно не вариант, это определенно. Куда-то на выход, ну, я даже не знаю, как-то в груди оно у меня не совсем правильно село. Напишите мне в комментариях вообще, как вам. Нравится ли такая модель? И следующее платье, это уже гипюр. Я очень прям хотела его, а на фотографиях дико красиво смотрится. И что-то кажется, что я его оставлю. Значит, это хлопковая ткань. Она как будто с вышивкой, я вам сейчас поближе покажу. Расклешенная юбка, такая прям летящая, красивая, с подъюбничком, чтобы ничего не просвечивало. Здесь идет пуговицы по центру. Мне нравится, как сделаны вот так вот на плечиках крылышки. Очень прям аккуратно. Вот, на груди неплохо сидит. Я прям очень довольна, даже в талии подошло. Вот сама ткань, я вам ближе хочу показать. Видите, как будто с вышивкой такой. Вот так. И здесь крылышки. Платье Орсей. Вот такое вот. Темно-синий цвет. Оно прям летящее. Правда, это полиэстер. Но очень прям такое свободное, приятное. Здесь украшение. Вот оно блестящее пришито. Мне нравятся здесь вот эти вот рукавчики, которые просвечивают. Мне нравится, что не просвечивает подкладка, а сверху прям такая прозрачная вуаль. И извините за грязное зеркало. Честно говоря, я только заметила. Представьте, уже снимаю сколько видео, теперь смотрю в экранчик камеры, вообще в шоке, извините, пожалуйста, я не досмотрела сама. И буквально за день до нашей годовщины пришло еще 2 платья, это уже Макси Мода, я неделю ждала заказ, вот это первое, кстати, я покрасилась и помыла зеркало, наконец-то все будет хорошо видно. Так, значит, вот это платье с длинным рукавом, здесь, видите, уже на рукавчике такие рюшики. Это бордовый цвет, на фотках на сайте он был немножко повеселее, в жизни он такой более шоколадный, вот такой вот большой вырез широкий, здесь немножко такой оверсайзный верх, видите, и низ прям мини-мини, коротенькая, я сюда туфли надела, мне кажется, они вообще сюда не подходят, если честно, надо что-то другое думать, ткань синтетика, но очень тонкая, прям летящая. Оно все-таки как-то коротковато выглядит. Я все-таки мать, я шучу, конечно. Ну и последнее платье от Макси Моды. Оно уже такое немножко взрослое, как я говорю. Это вот такое вот черное мини. Мне нравится, как сделан верх. Вот такой он здесь ажурный. Крылышки, видите? Ткань, по-моему, синтетика такая прям стрейчевая, оно сильно тянется, но не толстое, оно довольно приятное к телу, мне кажется, даже в нем не жарко будет, вот, но уж сильно меня как-то обтягивает, мне слегка некомфортно, потому что мне кажется, у меня торчат бока и живот в нем, вот, поэтому, скорее всего, я его не буду оставлять. Не совсем для моей фигуры. А в целом, пишите мне в комментариях, как вам вообще, и в чем мне вообще идти на нашу годовщину, а в чем даже на 30-летие. В целом очень аккуратно сделано, нигде не торчат нитки. Я даже удивлена качеством. В общем, напишите мне в комментариях, как вам вообще.